Никаких уроков, только елка, мультики и мандарины. Министр просвещения России Ольга Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на новогодние праздники. Эх, а в наши времена... В торговых центрах и больницах Осетии установят коробки храбрости. У них все желающие смогут класть игрушки. Почему же все-таки коробки храбрости? Игрушки, как вознаграждение, потом попадут в больницы к детям, которые перенесли болезненные процедуры. Ребятам-инициаторам нужны помощники. Ты можешь им стать. Ищи подробности в ленте. Команда «Город 313» и «Юрик» представят Северную Осетию в Сочи. Ребята получили путевку на фестиваль после осетинской лиги КВН. Это все главные новости на сайте osetia.us.